Покажу вам фактуру. Жакет из окрашенных материалов. Светло-серый шелк эксельсер, я его покрасила. И черная шерсть 21 микрон с фабрики Волкнол. Поближе, чтобы вам было видно, какая фактура получается. Такой вот, сейчас покажу. Эффект эластичный. Изнаночная сторона такая. Вид у него такой, как будто штрихами такими. За счет того, что раскладка неравномерная, и вот такой эффект создается. Мне очень нравится этот эффект. Буду этот жакет окрашивать листьями. Посмотрим, что получится. Покажу вам, как сажаю изделия на фигуру. Жакет я вот так выкрутила хорошенько. Положила в полотенце, отжала лишнюю влагу минут на 20. Надела хлопчатобумажную майку и надеваю на себя жакет. И начинаю усаживать. Первым делом я растягиваю рукав. Вот здесь фиксирую, держу крепко подмышку, чтобы вот этот пройма туда не ушла в сторону. Крепко-крепко держу и растягиваю хорошенько. Один и второй одинаково. Дальше вытягиваю плечи. Сильно-сильно тоже кулаком вот хорошенечко вытягиваю плечо. Одно плечо, второе. Горловину. Вот здесь подтягиваю тоже немножко к шее горловину. Смотрю, как она у меня села нормально. Если надо подтянуть борт, я его подтягиваю вот так. И потом фиксирую уже отпариванием. Но ни в коем случае вот так не растягиваю. Только вот в эту сторону, в этом направлении. Дальше. Подмышку ставлю кулак. Прижимаю хорошенько изделие к подмышке. Очень сильно прижимаю, чтобы не вытянуть вот это место по вот этой линии, по линии проймы. И тяну вот в этом направлении. Хорошенько вытягиваю в области груди. Не сюда тяну, а вот именно где грудь у меня. Вытягиваю. И еще можно вот так чуть-чуть подтянуть по длине. То же самое делаю со вторым. Хорошо прижимаю, оттягиваю. И вот так вытягиваю. И сажаю грудь. Тогда не будет тут никаких пузырей, будет хорошо сидеть грудь. Дальше. Талию, если мне надо, я ее чуть-чуть как бы вот на себе приглаживаю. На спинке тоже немножко вот так нагибаюсь. И приглаживаю область талии, чуть-чуть растягивая вот это вот место на попе. Чтобы немножко сделать такой прогиб, чтобы красиво на спине лежало. То же самое делаю на бедрах. Это чуть-чуть растягиваю на одном и на втором. И смотрю, если надо, где-то низ подтянуть. Все. Дальше можно сушить на плечиках, либо разложить на полотенце. Я сушу на манекене. Еще немножко фиксирую булавками. Чуть-чуть проверяя плечи. Здесь немножко. И рукав. Немножко убирая вот этот сгиб на локте. Когда я двигалась, так он немножко вытянулся, рукав. Поэтому я его немножко как бы подправляю. И сейчас вот отпарив, я его оставлю. Если где надо мне подтянуть спинку или что. И все. После того, как он высохнет, я еще раз его отпарю. Сделала принт на жакете.